Спонсор показа — онлайн-магазин игр steampay.com. Здесь вы сможете приобрести лицензионный Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield и многие другие игры по самым привлекательным ценам. Все ссылки в описании. Корыто какое-то, а не машина. Бронзовый. Ну, пусть опять будет. Кто-то бухает. Да, вон там, да, булькает голубой чувак. Офигеть. Зефрейс. Мазафака. Лов, на таких машинах мы, кстати, еще ни разу не гоняли. Кстати, да. Странная гонка. А чуть не подавился, не умер. Ой, я ускорился. Круто. Ой, ой, паскуда. Сука. Дебилы. Ой, опять. Еще надо подождать, пока откроется, блин. Спасибо. Твою мать. Ни хрена. Это что за взрывы? Это жестяк. Надо теперь гнать вперед, пока меня нахрен не взорвали. Я первый. Да, да, да. Охренеть. Да дай проехать, дай проехать, дай проехать. Так, все, отлично, отлично, отлично. Я первый, я первый. А я шестой из восьми, отлично. Я пока что... А, здесь еще и GTA режим. О, да. Что такое? Это так можно использовать. Я застрял в стройке. Пока въезжал в стройку... Ай! Я в кирпичах, бля, застрял. Пока въезжал в стройку, тебя взорвали? Да. Воу! Как так-то? О, здесь машина еще какая-то стоит, может... Ни хера тут трамплин. Тут вау, газовые я здесь вообще трубы. Первый раз еду. Это что за места такие? Нифига себе, газонаполнительные о, блядь, станции. Я застрял. Чё за хрень? На чем я застрял-то, блядь? Ёб твою мать! О, я перелетел, ништяк. И слетел куда-то, вообще это, найс. Ты в меня врезался, короче, и считай из-за этого ты это. Да, ништяк. Ты во всем виноват, понял? Я виноват. Не надо мне тут сказки заливать, тут ты сам виноват. Нифига, вот ты вообще ни разу не ездил. Ой, я третий еще еду. Там... Ну все, ты виноват, короче. А ты хуй имею, кофе? Второй. Мехакер, а ты? Я. Ну я уже вижу, что меня там нагоняют. Пятый, сзади, пьяница, там... пьяница проклятый. Отлично, о! Движение включено, отлично. Отлично, я вам скажу так. О, ускорение. Еще одно ускорение. А теперь взлет. Ты там пособирал все ускорение, мне хоть оставь что-нибудь. Как меня взорвали? А как ускорение тоже так же используется? Да, тоже на левый сосочек. Левый сосочек нажимаешь, наверное, и все. Я так улетел. Я на чисто бесконтактной бомбе подорвался. Паскуды долбаные. Я не долетел. Ну, понятно. О, нифига. А вы в курсе, баги под водой ездить может? Мысли. Я под водой на ней ездил только что. Да ладно. Да. Только я же шестой. Ну ладно. Так, 68 чекпоинтов, вы издеваетесь. 68 чекпоинтов? Ну, я еще должен. Это будет долгая гонка. Неплохо, я второй. Я, как всегда, добегу пешком, раз на то пошло. А я первый, Михакер, ты сзади меня. Да? Да. Ох, нихера тут поворотик, сука. Еще и куда я прилетел? А, я все правильно прилетел? Заводись быстрее, пока пятый едешь. Хорошо. Все просто замечательно. Пока что. Ох, куда я улетел-то? Вот я тоже сначала куда-то. О, нифига себе. Понятно. Прикольно, кстати, вот такие машинки на самом деле. Это первая гонка, наверное, когда мы гоняем вот на таком виде транспорта. А как так? Я вообще на машине гражданской еду. Не на этом, не на баге, а на обычной машине. Смысле, на гражданской? А ты что, взял, поменял? Да. Кстати, о, ментовка, надо было на ментовке ехать. У ментов тачка прущая. О, в туннеле. Уже третий. Я первый еду. Нет, я шестой, потому что тут опять проблемы на самом деле, произошли. Легкие такие гоночки. Я вот ни капельки не спотел. Вообще ни капельки. Я-то думал, сейчас тут такой потничок будет. А нифига такого, нифига подобного. Не-не-не. Все хорошо. О, тут через корабль перелетать, через барбу. Поезд едет навстречу. Охренеть! А там... мне, кстати, а вот мне, кстати, поезд не ехал навстречу. Вот это странно, кстати. Михакеру как всегда повезло. Видеть. Куда там вы потом... там уехали? Где у вас поезда ездят? Я пятый, блин, догнать бы кого-нибудь, неплохо было. Я вот, когда вот гонки прохожу, я вот с каждой гонкой узнаю какие-то новые места. Вот реально. Вот сколько уже GTA играю, а все равно вот столько мест незнакомых. Там где-то копы. О, я вам видел, поезд поехал, твой Михакер. Так, меня развернули, я мало то, что чуваку ворота открыл, он еще и развернул, паскуда. Ага, ну иди сюда, сволочь. Обусана, я сейчас тебя поймаю. Ну не я, вернее, моя ракета. Пусть.
Ого, по тоннелю прикольно. Никогда туда. Блин, 32 чекпоинта только проехал. Не, это реально будет очень-очень долгая гонка. Нормальная, вот, длинная, долгая туннели, гонка. Тут вот ты по каким-то туннелям, потом в город. Кто взрывает сзади меня? Вот, тут, видимо, в канализацию сейчас мы выйдем. Да, вот он, поворот в канализацию. Ох, нихера, я об столб ёбнулся. Казалось бы, какой-то ёбаный столбик. Столбик. Эй, может, я лечу. Попробовать вот на этом говне проехать. Вау, от первого лица прикольно. Куда ты едешь по стрижке, Мудина? О, надо на железку выезжать, нихера. Опять на железку? Это не это трамвайные пути. Но я по трамвайным путям еду. А здесь-то что? Все синее, нифига себе, что за гонка странная. Че там? Да вы увидите, короче, здесь так прикольно сделали на самом деле. Сука, задолбали взрывать меня, твари гребаные, блин. Бомбану. Да какого хрена, поналожили своих обоссанных бомб контактных, гниды конченые. Бомбану. Я хотел первым приехать, а не шестым. Опять у меня джойстик как бешеный вибрирует. Ну-ка, мне интересно, кто на пос... А, нет, Квантум не на последнем. Ой-ой-ой. Говно, я всегда выигрывал в гонках. Козлы, блин, своим GTA-режимом. Бля, стоп еще! Пошел вон! Не, ну если я сейчас первый приеду, то это, я не знаю, сегодня гонки какие-то 10 из 10. В первой гонке первого, во второй второе. А сейчас будет первый еще одно. Это просто... Затрот я по гоночку. Затрот гоночный. Ой. О! Завтра начинаю, ха-ха. Я помню это место, Михакер. Помнишь место, этот тоннель, где мы с паровозом тусовались? Так, дальше. Ох уж эти гонки. Догнать бы хоть кого-нибудь. О, поезд! Я, смотри, вот где мы начинали, потом какие-то вообще эти порты всякие пошли, потом туннели, а теперь я вообще в горах где-то еду. Ого, ты уже до города ехал? Это индустриальные, да, районы промышленные. Я знаешь, где сейчас? Короче, в горах каких-то еду. Да, я на Вайнвуде, вот. От меня настолько все далеко уехали, что даже на карте никого не вижу. Ну что ж, бывает. Всякое бывает в гоночках. И чё это? Я в тоннель не сейчас попал. Вот первое, потом приезжаешь последнее. О-о-о-о-о-о-о! Тихо, тихо, тихо! Если бы эти не бесконтактные бомбы или пульчики, блин, было бы все хорошо. Паскуды понаставили. Пиши в поддержку в этот GTA 5, пиши, типа, да, зачем вы добавили эти бесконтактные мины. Теперь все меня бесят, я не могу гонку выиграть. Уберите их, да, нахрен. Пять подъем в гору. О, вот этого я еще ни разу не видел. О, я выехал. Да, сейчас, походу, давай, ну, туда еду. Вот мне нравится, что вот в этой машине она хорошо управляется. О, да, охренеть, я улетаю! Любой поворот... Ебать, в далекие края! Ты куда покончил с собой? Покончил с собой! А, я... Стоп, я там же только что летел. Все, я знаю тебя где-то. Черт, да, я опять туда же съехал. Да, нет, тачка управляется вообще хорошо, особенно вот по бездорожью. Мне просто нравится, да. Да еб, опять я перевернулся. Она, в принципе, хорошо водится. Ого, там кто-то улетел куда-то. Да, чтоб меня развернуло. И тоже чувак умер. Что там за место такое? Чего все умирать? Я лучше приторможу нафиг. Не знаю, я уже на четвертое место опустился. Ах ты, сученька, я помню тебя. О, офигеть, вот здесь я вообще ни разу еще не ездил. Вообще ни разу. Здесь какие-то, я не знаю. Это странная дорога. Это болоты какие-то. А, это там, это нижний бьев плотины. Я понял, что вы. Вот я сейчас у дамбы вот еду. Да, там, короче, с нижнего бьефа. Так, здесь вообще лучше притормаживать нахрен. А то это ничем хорошим не закончится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Трамплин, давай! Я не верю в чудеса. Но летит... Не... Да что ж такое-то? Я думал, сейчас заеду на трамплин, полечу себе такой спокойно, а промахнулся, короче. Нифига, не получилось спокойно полетать, да, у тебя? Да что тебя, сука! Что, Михакер? Я целился. Ох, нихуя меня взорвали. Ой, я тоже к плотине еду сейчас. Стоп, а куда я? Стоп, а куда это? А-а-а, я не туда поехал, вот оно что. О, заблудился? Ты первый едешь? Нет, я упал, ну твою ж мать, я свалился с обрыва. Ой, блядь, в натуре какие-то болота, сука, переворачивайся. Я ж почти догнал чувака, все было так хорошо, и тут я свалился с обрыва. Гребаный гонщик, блин, от бога. Вообще класс, просто супер на самом деле гонка. А, тихо! Воу, как так вообще могло произойти вот это?
Чего у тебя там? Я просто перевернулся, хер знает как, я ехал ровно и перевернулся, странно, ну бывает. А вот он и финиш, вот он финиш. Когда машина хорошо управляема, это да, классно. Супер. Надо было еще маслкары поставить, маслкары сюда поставить, и вообще была бы жесть полнейшая. Ой, это пиздец. Все бы себе столько бы нервов уже тали, особенно мехакер. Да. Так. Ой, куда все, по болотам реально, я здесь еще не был. Вот именно вот здесь вот. Вот он, финиш. О, изи, какая, изи. Еще чуть ли не утонул. Ты учёшь, финишировали, что ли, все? Я, да, я финишировал. Мехакер, а ты? Четвертый, я же. Ой-ой-ой, тут встречка, оказывается. Считай, через весь город проехали по каким-то полям, о, машины стоят. О, трамплин. Что-то я не очень удачно прыгнул. Охренеть, я тачку закрутил. Я профи по прыжкам с трамплина. Так, куда здесь вниз лететь? Так, ну, типа... Ой, чувака опять почти догнал. Я должен его выиграть. Ай-яй-яй, я почти обогнал. Блядь, нет. Скорее, скорее, блядская машина! Что ты делаешь со мной? Что у тебя там? Она не переворачивается. Куда? Садись, блядь, уёбок. Нет, я, наверное, должен доехать все-таки четвертым. Финиш в море, конечно же, да? Финиш в море всё. Опять? Я финишировал. Хоть не последним. Да я тоже как бы не последним, но все равно, блин, как бы шестым надо чувака догнать. Твою мать, что здесь за дорога под мостом железнодорожным? Где к вам? А, ну блин, финиш, ну и пожалуйста, ну я хотел. Ну, что за хрень-то? Че, не успел? Хоть бы чувак финиш не взял. Он взял, да, по-любому финиш? Паскуда, блин, я шестой. 9 секунд остается, 9. Ну, я хоть финишировал. Что-то у меня экран черный. У меня тоже. О, загрузился. О, чувак полетел. Вы финишировали третьим. Спасибо за просмотр, с вами был Квантум. Не забывайте подписываться на мою страницу и группу ВКонтакте. Там вы найдете очень много интересных новостей. Ссылка на меня и на группу в описании. Также я буду благодарен, если вы посмотрите несколько моих забавных видео.